Начал творческую биографию Михаил или Михай, волонтер с небольших ролей в театральных постановках. В 1967 году он получает первую роль в фильме «Нужен привратник». Известность артисту из цыганской семьи принесла роль прапорщика-десантника Валентира в фильме «В зоне особого внимания» в 1977 году. Когда фильм вышел на большой экран, Михая стали узнавать не только Молдавской СССР, но и во всем Союзе. Спустя 4 года успех был удвоен выходом картины «Ответный ход». Главной судьбоносной ролью в его жизни стал цыган Будулай в многосерийной мелодраме «Цыган». Образ волевого странника, путешествующего по земле и влюбленного в героиню фильма, сделал его всенародным героем. Продолжение фильма имело аналогичный успех. Его фильмография насчитывает почти 40 фильмов. Он получил звание народного артиста, но в Москву так и не переехал, оставаясь преданным родному театру в Бельцах, Молдове. Он жил в глубокой бедности, долго болел и перенес несколько операций. У него развился рак, и организм не выдержал в 2015 году.